Новости в эфире. В студии работает Алмаз Ашим. Здравствуйте. Аузашар от имени президента провели в Ак-Орде. Туда пригласили педагогов, врачей, спасателей, работников культуры. Всех собравшихся глава государства поздравил со священным месяцем Рамазан и призвал беречь национальную культуру. В своей речи президент не оставил без внимания реформы, проводимые в стране. Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества. Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата – напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама. Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за призывов к незаконным митингам. На официальном сайте главного надзорного органа страны опубликовано обращение зам генпрокурора Жандоса Умиралиева. Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов. При несоблюдении этих требований любые публичные призывы признаются незаконными. А в отношении правонарушителей будут приняты административные и уголовно-правовые меры. Курсы кройки и шитья для безработных женщин проводит Ассоциация дизайнеров и портных Актюбинской области. С ноября прошлого года бесплатным двухнедельным обучением охватили более 100 многодетных мам и лиц с особыми потребностями. Большая часть участниц обучилась новому делу для себя, но некоторые пошли дальше и собственный бизнес открыли. Об этом наш сюжет. С иголкой и ниткой многодетная мама Жанар Сасыкбаева с детства на «ты» шьет понемногу и для себя. Но вот кроить одежду и управлять современной машинкой научилась совсем недавно на бесплатных двухнедельных курсах в Центре поддержки семьи. Благодаря опытному преподавателю новые знания даются легко и уж точно пригодятся в будущем, уверена актюбинка. Изначально у меня была одна цель – научиться шить для себя, детям кое-какую одежду, например, школьную форму. Но благодаря полученным знаниям, вдохновению и мотивации, которые получаю здесь каждый день, теперь планирую принимать заказы. Покажет время. Несмотря на разницу в возрасте и социальном положении, безработные актюбинки обретают здесь единомышленников и вдохновляются на новые свершения. Проявляют большой творческий интерес к работе и зачастую дают эффективную обратную связь, рассказывает преподаватель с 50-летним стажем Алия Балуангалихазе. Женщины очень заинтересованы в том, что делают. Некоторые приходят рано утром и работают вплоть до закрытия центра. Хотят получить максимум информации. Шьют для себя новые наряды, корпе и подушки для дома. Желающих трудоустраиваем в ателье. Кто-то начинает свое дело. За последние 6 месяцев бесплатными курсами кройки и шитья были охвачены около 100 безработных актюбинок. Одни получили новые знания для общего развития, другие пошли дальше и сегодня заняты собственным делом. Помимо курсов кройки и шитья, женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обучают основам флористики, СММ, кулинарии и финансовой грамотности. Оказывают квалифицированную юридическую и медиативную помощь. За 6 месяцев через наш центр прошло около 700 женщин. Получается, 431 женщина сняли арест. Медиаторы, например, из 70 семей, которые обратились, 57 нам получилось воссоединить. Курсы прошло 673 женщины. Центр поддержки семьи успешно сотрудничает и с благотворительными организациями. В рамках совместной работы нуждающимся семьям оказывают материальную помощь. Айсулу Махмутова, Булат Мулдагалиев, Актубе, Хабар 24. Масштабная экологическая акция прошла в Уральске. На улицы города вышли свыше 1000 человек. Волонтеры, студенты, активисты Жасыл-Ели и жители города. Саженцы там высадили в новых микрорайонах. Это почти полсотни молодых деревьев. Дуб, топ, лива, клен. Повсеместно также прошли субботники. Среди участников коммунальные предприятия и трудовые коллективы областного центра. Масштабная работа по озеленению в Уральске запланирована до середины мая. Наша
волонтерская организация. Наша молодежь ежегодно участвует в таких акциях, в субботниках по озеленению города. Мы рады, что наша молодежь неравнодушно относится к экологическому развитию нашего города. И сегодня наша молодежь, есть молодые семьи, есть разные волонтерские организации, есть разные вузы, колледжи, а также дальше поливать это дерево. Мы будем дальше за ней ухаживать. Французский президент Эммануэль Макрон завершил свой трехдневный визит в Китай. Туда он ездил не один, с внушительной бизнес-делегацией и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейн. Об основных итогах визита наш следующий сюжет. Прошедшие три дня президент Франции Эммануэль Макрон провел насыщенно. В компании 60 представителей крупного бизнеса он посетил Китай с государственным визитом. Это первая поездка французского лидера в КНР за последние три года. По мнению экспертов, визит стал важным для обеих сторон. Для Макрона это демонстрация лидирующей роли в Европе на фоне домашних протестов. Для Пекина – возможность показать свои отношения с крупным европейским государством в условиях разногласий с США. Как вы сказали, в следующем году мы будем отмечать 60-летие установления дипломатических отношений между Францией и Китаем. На протяжении почти 60 лет мы привержены построению стабильного и сбалансированного мира, и диалог, и коммуникации между Францией и Китаем внесли незаменимый вклад в этом отношении. Углубление двусторонних отношений уже в традиционных сферах, как авиация, космос, мирное использование атомной энергии, развитие сотрудничества в отраслях зеленой энергетики и научно-технических инноваций. Это далеко не единственные итоги визита. Одна из главных тем – урегулирование украинского кризиса. Об этом говорили как в двустороннем, так и в трехстороннем формате. В поездке Макрона сопровождала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Посыл европейских представителей – Европа рассчитывает на Китай. Я подняла эту тему и призвала председателя Си обратиться к президенту Зеленскому. По телефонным звонкам я знаю, что президент Зеленский просил об этом публично. Поэтому было интересно услышать, что председатель Си подтвердил свою готовность говорить, когда настанут подходящие условия и время. Мы также рассчитываем на то, что Китай не будет прямо или косвенно предоставлять какую-либо военную технику России. По словам главы Еврокомиссии, она подняла также темы Тайваня и ситуации в Синьцзяне. На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что нужно действовать смелее в отношении Пекина. При этом глава Еврокомиссии подчеркивает необходимость снижения рисков и сохранения связи с Поднебесной. В этом с ней согласен Эммануэль Макрон. Об этом он говорил и во время лекции в университете Суньяцена в Гуанчжоу, куда отправился из Пекина. Это административный центр южной провинции Гуандун, имеющий давние связи с Францией, на который приходится пятая часть торговли двух стран. После трехлетней пандемии я очень рад снова приехать в Китай с государственным визитом. Я имел возможность провести переговоры с председателем КНР. Нам, Китаю и Франции, предстоит многое сделать сообща, в особенности в плане преодоления проблем, с которыми сталкиваются несколько поколений, включая экологическую трансформацию, изменение климата и сохранение биоразнообразия. По итогам неформальной встречи в Гуанчжоу главы Китая и Франции приняли совместную декларацию. Согласно документу, стороны возобновят стратегические, экономические и культурные переговоры на высоком уровне, а также усилят сотрудничество для решения глобальных вызовов, включая украинский кризис. Макрон также призвал к укреплению академических связей между странами. При этом во время визита он неоднократно выражал озабоченность по поводу растущего торгового дефицита с Китаем. Патагос Сыргабаева, Хабар 24 из Китая. Северная Корея провела испытание подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом агентство Ренхаб сообщает. Испытания проходили в течение 4 дней. Беспилотник курсировал по заданным маршрутам, произвел детонацию макета ядерного заряда. В ходе испытания была подтверждена надежность системы и ее, цитирую, смертоносный потенциал. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе официального выступления поставил цели по укреплению оборонного потенциала страны. Власти США изучают меры принудительного характера в отношении лаборатории Касперского в рамках применения правил по онлайн-безопасности. Об этом The Wall Street Journal сообщил. Правда, о каких именно мерах не говорится. Предполагается, что санкции против российской компании могут стать основой для аналогичных действий против китайской соцсети TikTok. В Вашингтоне подозревают, что специалисты Касперского могут содействовать спецслужбам России в кибершпионаже.
11-летний сирийский беженец стал самым молодым участником национальной команды Германии по шахматам. Уже скоро он будет представлять ФРГ на международном турнире в Хорватии. О пути бежавшего от войны мальчика в большой спорт расскажет Сандугаш Байгоныш. Хусейн Бессу начал играть в шахматы еще в 4 года в Сирии. Он любил наблюдать за партиями отца и дедушки. По словам родителей, Хусейн быстро понял принципы игры и овладел основными навыками. 5 лет назад семья мигрировала из Сирии в Германию. Здесь мальчик продолжил заниматься шахматами, участвовал в многочисленных турнирах в разных уголках страны. Мы очень гордимся, что Хусейна пригласили присоединиться к немецкой команде для участия в международных турнирах. Мы желаем немецкой команде добиться хороших результатов. Это будет успехом не только для Германии, но и для Хусейна. Номинирование в немецкую сборную – серьезный вызов для юного спортсмена. В мировом рейтинге в возрастной категории до 12 лет сирийский шахматист стоит на 2-й строчке. В Германии Хусейн уже 2 раза занимал 1-е места среди детей. И теперь он дебютирует в составе национальной сборной ФРГ. Хусейн сядет за шахматную доску в Хорватии, где в этом месяце пройдет международный чемпионат. Мне нравится играть в шахматы. Это как заниматься математикой. Я ее люблю. Все, с кем я играю, старше меня, поэтому у них немного больше опыта. Я думаю, что это фантастическая возможность для меня. Верю, что мой тренер хорошо подготовит меня и нашу команду к тому, что ждет нас впереди. Во время одной игры детей попросили перевернуть свои доски по сигналу. Так что те, кто до этого момента занимал хорошие позиции, теперь должны были уступить свое выгодное положение сопернику. Но Хусейн категорически отказывался поворачивать свою доску или полностью прекращал игру, потому что он всегда стремится к победе. Несмотря на юный возраст, Хусейн уже гроссмейстер. Однако путь в мировую арену спорта усложняется финансовыми трудностями семьи. Родители, которые живут на пособие для беженцев, не могут оплачивать поездки сына на соревнования. Поэтому каждый раз они собирают деньги ему на дорогу с помощью краудфандинга. Пока что постоянного спонсора у Хусейна нет. Сандугаш Байгуаныш, Хабар 24. Молодой казахстанский теннисист Зангар Нурлан Оле покоряет Европу. 14-летний спортсмен уже несколько лет живет и тренируется в столице Словакии. Летом 2021 в Будапеште он завоевал свою первую европейскую награду. Сегодня в копилке казахстанца десятки побед на престижных турнирах в Германии, Чехии, Португалии, Норвегии, Италии. Все его трофеи теперь хранятся в зале спортивной славы, который открылся в здании посольства Казахстана в Словакии. Там же выставлены медали и ракетка чемпиона. Восходящая звезда тенниса рассказывает секрет его успеха в трудолюбии и усидчивости. Чтобы достичь успеха, он тренируется ежедневно, без выходных, мечтает достичь новых высот. Впереди турниры в разных уголках Европы и также в Казахстане. В мае Зангар планирует прилететь в Шымкент для участия в юниорском Кубке Дэвиса в возрастной группе 16 лет и младше, который проводится Международной федерацией тенниса. Самый важный кубок, это вот выиграл я во Франции, в Париже. Этот турнир был очень тяжелый для меня, но я справился с этим. Там играли 128 соперников. Длился этот турнир 7 дней. Когда я выиграл этот турнир, я был очень счастлив. Там был наш гимн Казахстана и поднимался наш флаг Казахстана. Турниры выигрывали известные спортсмены. К примеру, Рафаэль Надаль из Испании. Андрей Рублев с России и из Казахстана я. Я очень рад. В Туркестанской области появились новые поля с краснокнижными тюльпанами. Живой ковер неописуемой красоты раскинулся рядом с селом Тамерлановка. Место уже стало популярным среди туристов и жителей. Посмотреть на завораживающее весеннее цветение отправились также наши корреспонденты. Еще год назад на этом поле росла пшеница, а теперь неожиданно для всех раскинулся красный цветочный ковер. Полюбоваться на эту красоту даже в пасмурную, дождливую погоду приезжают люди. Ведь период цветения краснокнижных тюльпанов Грейга небольшой, всего 15 дней. Поля буквально усыпаны цветами, вид впечатляющий. Люди приходят сюда полюбоваться им и вдохнуть ароматы весны. Благодаря регулярным рейдовым мероприятиям мы видим, сейчас растет количество тюльпанов Грейга. Этого поля с цветами раньше здесь не было, выращивали пшеницу. Вот сейчас сами видите, какая красота выросла.
Настоящее море цветов привлекает и туристов. Мила Шайер вместе с отцом приехали в Казахстан из Объединенных Арабских Эмиратов. И первым делом решили посмотреть на цветочный ковер. Признаются, что таких диких тюльпанов никогда не видели. Это очень-очень прекрасно. Я раньше видела только декоративные тюльпаны. А вот так, чтобы в живой природе, впервые. Дорога, правда, сюда сложная. Еще не погода, но пейзаж впечатляет. Но не каждый может удержаться, чтобы не сорвать такую красоту. Полицейские региона сейчас устанавливают личность граждан, которые сорвали букеты из диких тюльпанов. Видео героев разлетелось по социальным сетям. Теперь им грозит штраф в размере до 3000 месячных расчетных показателей, либо ограничение свободы на срок до 3 лет. А на этих полях, где впервые за много лет появились цветы, в этом году решили не сеять пшеницу. В инспекции лесного хозяйства и животного мира считают, что эту территорию в будущем тоже нужно охранять. Ведь в регионе мест, где живой ковер раскинулся на десятки гектаров, не так уж много. Катерина Попкова, Самат Нагашбекулы, Нурмахан Бекмуратов, Туркестанская область, Хабар 24. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого.